При каких обстоятельствах вы получили телесные повреждения? Оказал сопротивление при задержании. Там все написано. Ну да. Как вы достали телефон для связи с майором? Купил с рук на вокзале. Номер можете повторить? Помните наизусть? Раньше помнил. Но мне же по голове настучали. Теперь не знаю. Ну, хорошо. Допустим. Так, каким образом у вас оказался пистолет? Тоже с рук купили? Зря стараетесь. Мне все равно пожизненное светит. Каким образом у вас оказался пистолет? Пока сидел, а турок узнал про схрон. Там и взял. Хорошо, конкретнее. Когда узнали? У кого узнали? А я крысятничать не собираюсь. Но вы же сами сказали, что вам грозит пожизненное. Вас посадят в отдельную камеру, вам нечего бояться. А может, у меня принципы? Или у таких, как я, их быть не может? Ну почему? Если это ваше личное убеждение, я настаивать не буду. Вы назвали мотивом убийства Майорова личную неприязнь. Узнал об этой неприязни? Нет, я же с ним не общался после суда. А мотив неприязни можете объяснить? Дороже его мне не нравилось. Понятно. А под каким предлогом вы назначили ему встречу? Голова болит. Вам нужен врач? Нет. Ничего мне не нужно. Шли бы вы домой, барышня. Я уже все им сказал.